день происходит монтаж теплицы RH3M с размерами 3х6. Здесь у нас дверь с форточкой. Будет сейчас обшиваться. Также покрыли поликарбонатом покрытие. Осталось только где фрамуги. Здесь у нас будет коньковая фрамуга ручная в этом отсеке. И здесь также приготовлена фрамуга боковая. Между вот этими прогонами вот здесь будет. Сейчас это все будет перекрываться, устанавливаться. Также установлен брус 100х100. На шпалы, а шпалы на бетонное основание. Вот такое вот мощное основание. Также у клиентов здесь сделали отливчик в виде поликарбоната из своего в длину с двух сторон. Вот так вот, чтоб на шпалы не текло никуда вода. Полностью теплицу, также установили фрамуги, надели ленту с профилем и такие вот отливчик для шпал сделали из поликарбоната клиента. Все это будет прижиматься и защищено будет от дождя. Также здесь коньковая фрамуга. Здесь у нас боковая. Также монтируется форточка торцевая. Здесь у нас будет дверь с форточкой. И параллельно все вот это поняли будет прокручиваться. Начали монтаж теплицы RH3M с размерами 3х6. В одном торце дверь с форточкой, в другом торце просто форточка. Здесь она уже открытая. Также установили на брус 100х100. Брус прикрепили к шпалам клиента уголками. Также установлена коньковая фрамуга ручная и боковая по диагонали. Также натянуты два тросика для системы подвески для растений. Установлены укосины по диагонали. Труба идет 20х20, цинкованная, покрашена коричневым цветом полирно-порошковым способом. Также установлены дополнительные прогоны в коньковой части. Также установлен перфолента с профилем торцевым по кругу для защиты сот торца поликарбоната. Поликарбонат так тут на ватра идет 0,75 плотности, 4 мм.